Сегодня мы сделаем обзор Hyatt Regency. Посмотрим, что внутри. Сейчас вам покажу, как он выглядит отсюда. Сейчас зайду внутрь, посмотрим. Большая территория отеля. В общем, зайду внутрь, и там мы посмотрим, как с вами, что они предлагают нам, простым туристам. Вот я зашел внутрь, на территорию. Наверное, вечером, когда прохладно, здесь очень хорошо. Я внутри территории. Звоночек. И отвлекся. Такая вот монументальная у нас территория. Пойду внутрь. Мы внутри в холле. Вот так вот выглядит обстановка. Сей символ я не знаю, что это означает, но выглядит импозантно. Знаменитая цепочка Hyatt Regency. Некоторые говорят Hyatt. Мы выясним, как правильно. Большинство говорят Hyatt. Диспенсер. Что здесь? У нас 300 номеров. Люксы какие? Категория люксов есть. Мы сейчас одну посмотрим категорию люксов. Младший люкс, есть старший люкс, есть дипломатический номер и президентский. Это на третьем номер? Да. Всего лишь один президентский у нас, 5 дипломатических номеров. Номер категории 3. Маркетинг. Стандартный двухместный. Стандартный двухместный номер. Сколько метров? У нас 35 квадратных метров. Стекло Smart Glass, да? Да, это называется опция Smart Glass. То есть можно лежа здесь смотреть и наблюдать за видом, либо же смотреть телевизор. Отлично. И здесь у вас в отеле и ванна, и душевая кабинка. И душевая кабинка. Можно? Здесь она находится уборная. Ага. Так, а здесь душевая. Ух ты, сейчас. Смотри. Отлично. Это мини-сейф. В каждом. Имеется в каждом номере. У нас предоставляется утюг, гладильная доска, тапочки и тут ложка заключается. Фонарик и так далее. То есть, это мини-сейф. В каждом. Имеется в каждом номере. У нас предоставляется утюг, гладильная доска, тапочки и тут ложка заключается, фонарик и так далее. То есть, так вот, честно говоря, я здесь немножечко путаюсь, потому что номера не показывают. Сейчас. Ничего страшного. Такой вот общий антураж. Здравствуйте. Здравствуйте. Вид. Стандартный номер King. Размер 35 квадратных метров. 35, да? Здесь тоже ванная и душевая все. Здесь все то же самое, что мы видели, только он чуть-чуть по расположению отличается. И тоже этот Smart Glass. Smart Glass, да, опция. Smart Glass тоже. Ощущение, то, что я не профессионально. Я решила с вами помочь все-таки. Да ничего страшного, мне очень нравится ваша помощь. 65 квадратов, ну достаточно. 65-70 квадратных метров, в зависимости от расположения. У него есть своя гостиная, зона. Также имеется зона кабинета. Небольшая телевизор.
Здесь красивый вид. Да, да, да. Здесь уже лучше вид, он на парковку выйдет. Раз и два. Ага. Ох. Ух ты, блин, я же не снял-то это. Значит, у нас это конференц-зал. Угу. На 850 метров. Квадратных метров, да. И как здесь все красиво видно. Это какой этаж у нас получается? Это пятый. С пятого этажа. Выше поднимемся? Происходит. Ничего страшного. Это мы на седьмом этаже в баре. Вот такой бар. Посмотрим, что есть. И вид покажем мы вам с высоты Hyatt Regency. Это одна из наших террас. На самом деле, у нас отель славится своими террасами. На любом этаже, даже номера есть террасами, они просто сейчас заняты. И они находятся в очень большом спросе. Их всего 6 номеров с террас. И прямо, а какой метраж террас у номеров? Небольшой. Да? Там большая, маленькая терраса, то есть она не имеет особого значения, но по цене, конечно, это влияет. Вот это... Рестораны итальянской кухни. Это вы сами здесь хлеб печете или что? Пицца итальянская. Пицца. Отлично, надо рекомендовать. Пицца. И на дровах все, да? Да, дровяная печь. Это вы что? Серьезно? У нас итальянский шеф-повар Джаком. Да вы что? Надо будет... Которым руководит всей кухней абсолютно. Итальянская кухня Hyatt Regency. Это просто великолепно. Сеньора, Buongiorno. Как дела у вас? Хорошо, спасибо. У вас как? У нас все, ну так. Первый раз в Ташкенте? Нет, не первый. Здесь очень много раз. А, да? Хорошо. Ну как вам работается здесь? Да, хорошо. Уже 4 года почти. 4 года. Да. Привыкли уже? Родной город, родная страна? Да, да. Можно лучше, сказать. Чем Италия? Ну, я понимаю вас. Я вас понимаю. Скажите, пожалуйста, у вас вот я видел, на дровах вы готовите, да? Да, 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 пицца на дровах готова. Все, все идеально, эксклюзивно. Да, все да, прям... все, мука из Италии, сыр из Италии, томатосус тоже из Италии. Угу. Все как положено. Ну что ж, спасибо большое огромное. Будем присылать вам гостей. Пожалуйста, будем очень рад. Грация, сеньор. Прего, прего. Часто проходят дегустации? А ассортимент какой? Узбекский? Нет, не только узбекский. И зарубежный, да? Отлично. Центр. Да, посмотрите, я заснять хочу, все, сфотографировать. Спасибо. Так, это у нас спортзал. Такой спортзалик. Гостиницы Hyatt Regency. Вот он какой. Давайте пройдем, посмотрим. Куда направляемся сейчас? Мы сейчас направляемся смотреть бассейн. Тоже на седьмом этаже, тоже да? Тоже на седьмом этаже. Посмотрим бассейн. Тут мы вышли к бассейну. Да. Да, красиво здесь. 20 на 7 метров. А там у нас что? Там у нас опять терраса. Там у нас зона бара. Угу. Как зовут? Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотим заниматься. Так, это ресторан Хива, да, у нас? Правильно, Хива или Хива? На сколько мест здесь? Около 100 посадочных мест мы можем разместить. Угу. Здесь еще у нас есть терраса, это ресторан, который у всех есть. Угу. Как вам здесь открывается завтрак?
есть здесь и завтрак, и обед получается. Да. Так, отлично. Конференц-залы, да? Здравствуйте. Отлично здесь. Красиво. 5. Один мы уже прошли. Угу. Этот зал называется Бухара. Зал Бухара? Да. Отлично. 115 квадратных метров. У него еще имеется дополнительная зона. Небольшая комната. Далее. Я вам пароль тут чуть не заснял. Да, ферганозал похож на Бухару. Но у каждого зала своя душа, своя атмосфера, я бы сказала так, потому что, несмотря на то, что они одинаковые, они все равно разные. Ну, естественно, как и города тоже. Да, да, да. Напоследок мы побеседуем с нашей прекрасной Ириной. Очень понравилось в отеле, приятная атмосфера, вежливый персонал, хороший сервис, да, удобства великолепные. Я имею в виду в плане тренажерных залов, конференц-залов. Рекомендую Hyatt Regency. Вот у нас будет кофе-брейк. Ну и спасибо за то, что смотрели. Спасибо. Ну вот, подытожив, посмотрев гостиницу, скажу, что да, здесь действительно довольно-таки мило. Посмотрим. Будем еще снимать. Что-нибудь новенькое покажем вам.